Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня битва гильдии на английском сервере началась. Начались сливы, и я решил тоже посливаться и решил сегодня опять же затестировать Ронина. Посмотреть, вот смотрите, один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. В общем, решил затестировать Ронина, попробовать, так как многие понакидывали себе точности на героях, и даже мой ворожей, который с максимальными там уклонами, да, максимальным, по сути, дефом, уклонами, все равно тоже сливается. То есть, поехали, я вам сейчас покажу. Тут у нас по противникам, даже этого возьмем 975. Есть Фрэнк, есть Зефир, все с водушками. Поехали, посмотрим. Вот посмотрите, как он бегает. То есть проседает довольно-таки конкретно. Если раньше он бегал фактически везде, просто без проблем, то сейчас с открытием... Ну, конечно же, я тоже докачал уклонение, но я говорил, что если на героях будет нормальная точность, то будут попадать. Ну, так и есть. Ну, тут эти не сольют. Давайте еще посмотрим, что у нас тут по топам есть. Видно, видно, заметно, что он конкретно начал проседать. Ну, тут еще более-менее держится, но видите, раз на раз не приходится. Тут тоже, кстати, и стрелок есть, и Фрэнк есть, и Зефир. Но точности как-то меньше, чем предыдущего. Предыдущего вообще залетали на ура. Вот видите, насколько. Причем такой же состав, только точности немножко больше. Ну вот, я решил попробовать потрешевать, как обычно, взять. Так, кого мы уберем? Посливаться решил, в общем, я. Попробовать Роньку нашего. Вот такой вот сборки. С оживой. Десятка. Единственное, сейчас мы доспех, наверное, уберем все-таки, потому что он не актуален настолько, как другие чары. Это я бегал на смотрителя. Это для отхила. Я даже не знаю, что попробовать интересное такое. Хотя, в принципе, можно и с доспехом побегать. Потестировать оживу, не самую топовую, не с выживанием, а именно с оживой сборку, вот такую, как есть. 10-10. Здесь он у меня с жизнь плюс уклонение, то есть так вот. Поехали, ставим цепа и... Ай, он меня на этого поставил. Поехали сливаться. Проверим, актуален ли он еще со спамом. Потому что без спама, вы сейчас видите, его просто будут разматывать на раз-два. Ну, возможно, не всегда, но если ворожей сливается, то, в принципе, Ронина та же самая судьба ждет. Вот смотрите, он просто пропадает. Настолько, вот смотрите, второй раз. То есть, как видите, без спама, ну, максимум можно, конечно. Смотря, конечно, какая раста, но 50% это потолок, что вы набьете. Не более того. Так, окей, пробуем нашу сетнушку ставить в строй. Для отхила.
Ну, от хила говорю, для реса, если что. Потому что я хочу побегать одним ронином, посмотреть, как он будет тащить. Такс, поехали. Выпустили. Ну и, конечно же, если вы видите, что у вас зарядились, вы можете немножко больше спамить, чем я. А, видите, доспех. Вот у меня сейчас на ронине получается вообще нету отхила. То есть, по сути, у меня с отхила это только, смотрите. Лучше, конечно же, наверное, вместо доспеха. Вот смотрите, 40, 48%, ребят. Давайте поставим хранитель леса. Посмотрим такой вариант. Есть еще вариант поставить обряд лечения, но там увеличится жизнь, все, но он очень мало бьет. Хотя, в принципе, обряд лечения, мне кажется, даже будет потоповей, чем доспех. Ну и хранитель леса, он тоже очень хорош. Снимает негативный эффект. Ну, надо больше спамить, я очень мало спамлю, видите. Вот у меня сейчас хранитель леса очень хорошо сработал. Смотрите, что делает. Просто тупо слил. Надо больше просто спамить, чтобы он максимум включался на юнитов. Я имею в виду Фрэнка. Все равно попадает. То есть как бы вы ни спамили, посмотрите, сколько здесь. Я уже треть спама потерял. Пятьдесят процентов его уже слили, по-моему, если я не ошибаюсь, два раза. Вот молчанка, а вот третий. 56%. То есть не так уж и легко, скажем так, бегать. Ну, можно вот так вот читерски делать. Выкидывать всех остальных героев. И можно сейчас просто налегке слиться даже с таким. Пусть подобьет больше. Даже с таким топовым составом, вроде казалось бы, да, тут максимальные 30-е прорывы, но тут Зефир. Зефир реально тащит. Причем Зефир у нас без маскировки, он просто с водушкой и с десятым все равно слился. В таком случае делаете вот так, обезвредили, кинули седнушку, которая слилась. Резай! Вот она резнула. Но не факт, ребят, что мы сейчас дотащим полностью все. Не дотащили. То есть, как видите, есть возможность бороться с Ронином, бороться с героями, которые там мега топовые. Надо просто ролить точность. Но на PvP локации такие герои, да, они тоже будут классные, крутые, но по них будут попадать. То есть тут одно из двух. Жалко, что у нас так, надо нанять, надо сделать вот так вот. Жалко, что у нас нет возможности ролить каждому герою отдельно созвездие. Это было бы реально круто. Но они этого изначально не придумали. Еще кто-то слился. Ребята в ударе. Как можно слиться сейчас на... Я вообще не понимаю. Так, следующий 924. Ну тут... Тут мы просто попробуем вот так вот против Зефира выкинуть его. Тут не особо... И Раста, и не особо он прокачанный по точности. Вы видите, у Зефира нету много точности, и он фактически не попадает, там через раз попадает. А вот Фрэнк у предыдущего реально был очень хорошо вкачан, там и Фрэнк, и остальные с точностью, и уклонение не спасает. Вроде казалось бы, 10-й ожог, там все дела, но видите, 50% это потолок. Это при том, что мы еще спамим юнитами на полную.
Так, ладно, давайте ускорим этот процесс весь. Нет времени ждать и объяснять. Ну, конечно же, помимо Ронина есть куча других героев, и Фрейи там можно собрать, и остальное. Вариаций много, но уже, скажем так, у кого точность на Ронина. Давайте попробуем через землеройку. Смотрите, что сделали. Вообще просто демоны. Давай, вытаскивай. Ну, как раз хорошо, хоть не добивают. Вот, получили отхил. Даже сами накинули с мотром молчания, ничего себе. Вот его слили, 38%. Под молчанкой он слился. Поехали, попробуем через стрелка лучше нападем. Раньше мы бегали стрелок Фрейя. Очень кайфовая тема. Чем кайфовая тема была? Орнитоптеры, когда бьют, они не наносят много урона. И тем же самым активируют ожог. То есть для активации, чем больше его там бьют, там юниты бьют, орнитоптеры бьют, Фрейя бьет, ее точнее голуби. Это очень... Смотрите, 54% его ушатали. Ну как так можно? Вот как так можно? Объясните мне. Спасаем Зефир. Ну видите, благодаря тому, что выражаю у меня еще с нормальным уклонением. Посмотрите, как миссуют по ним. Вот все равно попадают. То есть уже максимального уклонения не хватает. Подождем, пока сольют зефир. Если, конечно, они его сольют. Я надеюсь, они его сольют, потому что он нам немножко мешает. Он их заряжает, и я не могу покуда он выбросить съеднушку. Ее могут слить. 94%, чего у нас осталось. Вот смотрите, как бы ты ни спамил, юниты даже не забегают за забор. То есть настолько зефир уже... Ничего себе разбило. Где у нас еще осталось здание? А, вот. Настолько зефир и остальные с воодушевлениями уже мешают спаму, что спам уже не настолько даже актуален, не настолько помогает. Надо хотя бы пару тысяч юнитов, наверное, мы так добили, чтобы вытащить всю катку, беспрерывно спамить. То есть тут, в принципе, с одной стороны, сейчас более интересно, если ребята, опять кто-то слился на 51%. Что такое-то, а? Что с вами там такое? Не успевает выходить, что ли? Так, 800, 880, 790. Давайте 880 и потом вернемся к 800. Так, ну тут тоже тут печально все вроде кажется. Да, тут ничего такого нету. Попробуем напасть через Фрейю. Она сейчас голубей накидает. Смотрим. Ну, видите, нету точности и все. Нету Фрэнка. Фрэнк на сегодня реально в дефе очень хорош. Нету воодушевления на зефире. Тоже все без проблем. Зефир, он игнорирует броню. То есть, как бы вы там героя не собирали, он реально бьет. Чистый урон дает. Поэтому тут без вариантов.
Это слабенький тут. Можно даже на нем не заморачиваться, чисто ради того, чтобы... Я, конечно, красава так выпустил всех. Сейчас Копроне насольют случайно. И все. И на этом все закончится. Так тоже может быть. Нельзя так выкидывать, конечно, героев. Так, что у нас тут есть? Опять же, Фрэнка нет, но есть Зефир с воодушкой. Окей. Попробуем. Ну, видите, здесь нету столько уже спама, но все равно посмотрите. Ушатали Роньку. 20% и Зефир его пробил. Попробуем здесь поспамить побольше. Тут и Фрея. Ну, Фрея это хорошо. Если у вас есть вот такая вот Фрея, которая... Ну, видите, сейчас я не могу тут сильно повредить. Сейчас мы еще раз активируем. Если получится. Не, не получилось. 55%. Раньше я показывал уже не один раз. Если есть Фрей, особенно с воодушевлением, очень кайфово агрить. 56% всего. Очень классно агрить на Фрею Ронина, на ее особенно голубей, и потом водить по всей карте. Но уже, к сожалению или к счастью, есть зефиры, которые очень быстро убивают спам. Поэтому не всегда просто успеваешь поспамить. Смотрите опять. Сколько бы я сейчас тут не спамил, это наверху спамлю, юниты не живут. Я причем спамлю, я просто нажал тупо на авто. И это реально не спасает. Зефира утащили. Так, ну что, пробуем. Пробуем. Мега наш состав. Если Седна сейчас не резнет, то Седна резнула. То можно в таком случае, может, и сольемся, если сейчас не успели. Все равно не успевает. То есть поставили питомцев, выставили таких всех героев. Можно еще и Дрейка поставить на добивание. И без проблем можно пройти любого. Я это уже показывал. Но если у ребят стоит точность, то придется немножко поиграться. Это, в принципе, хорошо. Хоть какой-то интерес есть. Но посмотрим, что будет на атаке фортов сегодня. Не знаю, правда, какой состав еще туда я выставлю. Что тестировать? Еще не определился. Много десяток есть. Ну, думаю, что-то интересное придумаю. В общем, вот так вот. То есть, как видите, я вам показал, что Ронин не особо уже даже со спамом хорош, если на героях есть точность. Но опять же, все зависит от вашего топа. Здесь максимальные прокачки у ребят, поэтому здесь не только Ронин уже нужен. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.